Ранее планировалось, что конечными пунктами маршрута будут Сочи и Гагра, но по техническим причинам данное направление временно заменено на курс Сочи-Пицунда. Катамаран отправляется из морского порта нашего города в 8:30, в обратном направлении из Пицунды в 18:30. Время в пути в одну сторону составляет не более 2 часов. Судно оборудовано всем необходимым для комфортной поездки, его вместимость 70 пассажиров. Билеты на судно можно купить в кассах морвокзала, билет в одну сторону для взрослого обойдется в 900 рублей. Для ребенка в 750.